Мне мало кто верит, когда я начинаю рассказывать о том, что я воевал в Великую Отечественную войну. Все потому, что я 1927 года рождения. Меня однажды чуть с официального мероприятия, посвященному Дню Победы, не выгнали. Не поверили сначала, но потом разобрались. Дело в том, что при авианалете фашистов разбомбили наш дом в Смоленске. Тогда я потерял своих родителей, и я прибился к отступающим войскам. Меня пожалели и пристроили в санитарный обоз. В детский дом я не пошел, все время просился в войска. И в декабре 41-го я все-таки смог пристроиться к стрелковому полку. Командир полка пожалел меня и приписал к полевой кухне. По закону мы не имели права находиться в воинской части, потому что наш возраст завышали. Так я с этим полком и до Праги дошел. Первый год кухарил и еду на передовую таскал. До того, как со мной не произошел один случай, во время очередной доставки пищи началась атака. Немцы пошли в наступление, и наш пулеметный расчет накрыло миной. Я был недалеко, прятался под настилом, и меня осколки от мины не зацепили. Рядом с пулеметом никого не было. Я оставил котлы с едой и бросился к пулемету. Я впервые стрелял из Максима. До этого я только осматривал пулемет и смотрел, как бойцы заряжали в него ленту. Так меня и застали за пулеметом стреляющих по врагам. Командир батальона потом написал письмо командиру полка и попросил меня оставить при батальоне, чтобы я поднимал бойцам боевой дух. Так как при виде мальца за пулеметом у наших солдат почему-то пропадал страх. Может быть, просто им было стыдно, что я младше и воюю с немцами, не прячусь и не убегаю. То ли их смешил малорослый подросток за станковым пулеметом, а может, то и другое. Полковник согласился, и я остался в батальоне. Так я с этим батальоном и до конца войны прошел. Конечно, меня берегли. Санитарки жалели и делились своими сладостями. Женщинам вместе табака полагались конфеты. Только в конце 44-го мне разрешили вместе с другими бойцами сходить в разведку. После чего я и до мая 45-го в полковой разведке и прослужил. Много чего тогда происходило, и война сплошь состоит из событий, из них недалеко все приятные. И я не особо люблю вспоминать о них. Вот такой вот коротенький ролик, дорогие друзья. Ставьте лайк, если вам понравилось. И я в следующий раз сделаю подобный ролик, еще один, где буду говорить о конкретных детях с фамилиями, именами и их заслугами.